Еще одна панорама поймы реки Рузы с видом на санаторий Дорохова. Наконец-то выглянуло солнышко. Пойма покрыта инеем. Вот вдалеке санаторий Дорохова, речка Руза. Вот такая красивая пойма с высокого берега. В каждую погоду одни и те же места воспринимаются совершенно по-другому. Совсем по-разному. Вот такой тут лесок и смотровая площадка. Столик для пикничка. И даже есть мангал. Как приятно приехать, особенно летом. И вечерком при пении майских соловьев устроить пикник в этом дивном уголке Подмосковья. А может, и не пикник, просто прекрасно отдохнуть.